Мы любим наш сад, наши цветы и растения. И каждый день поливаем наши посадки, для того, чтобы они не завяли и не засохли. Но, к сожалению, такая возможность есть не всегда. Порой мы приезжаем на дачу только по выходным или уезжаем в отпуск. За это время растения сохнут и вянут. Что же делать? Представляем систему капельного полива растений, которая решает все вопросы правильного и своевременного полива. Смотрите, как все просто. Опускаем в садовую бочку или емкость шланг. Можно подсоединить его к водопроводу. Вода стекает в шланг и далее через фильтр поступает по пластиковым трубкам в 4 капельные ленты с капиллярами. Ленты лежат вдоль грядок или закопаны в грунт. Действие комплекта капельного полива заключается в следующем. При непрерывной подаче воды из отверстия ленты через некоторое время образуется круг увлажненного грунта. Центр круга – отверстие в ленте, из которого происходит подача воды. Отверстия на ленте размещены через каждые 30 сантиметров. Радиус круга увлажненной земли будет постепенно расти. И спустя час, когда радиус круга достигнет 15 сантиметров, круги соединяются, и на грядке образуется слой увлажненной земли. Влага к растениям подается равномерно. Растения насыщаются необходимой влагой, и при этом ни капли за пределы вашего огорода. Все на пользу растениям. Комплект капельного полива. Гениальность в простоте. Растения получают столько влаги, сколько нужно. Урожай увеличился в разы. Вы экономите воду и не расходуете ее зря. Вам не надо бегать с ведрами и шлангом. Ваши растения всегда политы без усилий с вашей стороны. Политы именно растения, а не сорняки вокруг. Проблема регулярного и правильного полива посадок решена. А она решена, потому что вы позвонили на наш телеканал по номеру на экране и заказали себе систему капельного полива. Капельная лента имеет длину 24 метра. При желании вы можете укоротить капельные ленты. Допустим, у вас маленький огород. Или наоборот, расширить систему дополнительными лентами. Допустим, у вас большое фермерское хозяйство. Конструкция системы позволяет любые модернизации применительно к размеру вашего участка. Вместе с комплектом вы получите детальную инструкцию по сборке. Для теплиц и посадок на открытом грунте, для кустарников и ягод, овощей и цветов. Ваши растения всегда политы и политы правильно. Это фермер Василий. У него большое хозяйство. Я выращиваю на своем поле овощные культуры. Раньше использовал трубы и насосную систему, а теперь просто выложил вдоль грядки ленты капельного полива. Хлопот с поливом не стало, вода экономится, а урожаи выросли. А это Валентина Васильевна. У нее маленький огород. Ей трудно таскать ведра с водой и лейки. Любимый зять Андрей установил вдоль грядок и цветников систему капельного полива. Теперь Валентине Васильевне остается только любоваться цветами, а по осени собирать урожай. Вы довольны, Валентина Васильевна? Очень довольна!